Друзья, приветики! Приближается время, которое для нашего города очень важно, наравне с Новым годом, пожалуй. Это день выпускного. Вопрос сегодня следующий. Вы идете на выпускной? Если да, то в качестве кого? Выпускника, родителя, учителя, к примеру. Приятного просмотра. Вы идете на выпускной? Нет. А почему? Потому что мы никого не знаем из выпускников. Нет. Мы, девушки, уже вышли с тобой в возраст. Конечно. А в качестве кого? В качестве родителя выпускника. Нет. Пойдет. А в качестве кого? В качестве учителя, но не предметника. А в качестве кого? В качестве бабушки. Снимешь воробушка? А вот это. Такой прыг-прыг делает. Нет. Все дети выпустили давным-давно. Я, может, все скажу. А в качестве кого? Выпускники. Нет. Ой, с удовольствием пойду, да, конечно. А в качестве кого? Зрителя. Да. А в качестве кого? В качестве выпускницы. Конечно. А в качестве кого? Просто посмотреть. Нет, у меня уже взрослый. А в качестве кого? Выпускница. Наверное, нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет, я даже не знаю тогда. Нет, наверное, потому что работать буду в этот день. Нет. Нет. А почему? Нет детей. Нет, вы лучше вон у воробья спросите что-нибудь. Сейчас скажу вам нет. Ты готов услышать нет? У меня 40 лет назад был выпускной. То есть какой выпускной? Школьников на площади. А нет, у меня нет школьников. Спасибо. У меня подружка 18. Не знаю. Нет. А почему? У меня там никого нет. Нет. А почему? У меня дети выросли. Вот такое мнение мы встретили на улице. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и традиционно до связи.